Привет всем, вы на канале «Люди» Дмитрия Ророшенко. Итак, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности. В соответствии с ним гражданам, которые имеют инвалидность, найдет проще получать соцподдержку в связи с тем, что будет электронный обмен. В чем же он будет заключаться? В том, что для получения социальной поддержки людям, которые имеют инвалидность, не нужно будет подтверждать свой статус справкой или предъявлять оригинал виртуальной программы реабилитации. Закон сам по себе предусматривает, что сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться соответствующими органами из Федерального реестра инвалидов в электронном виде. Тем самым данная процедура должна коснуться огромного количества россиян, и теперь вот эта бумажная волокита должна уменьшится в связи с введением вот этого электронного документа оборота. Также региональные и муниципальные власти должны будут сами сверять сведения с федеральным реестром, как я уже сказал, а для инвалидов со следующего года, то есть со лета 2020 года, отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку, а также соответственно упадет и угроза штрафов за неуплату по незнанию. Поэтому надеемся, что вот эта вот бюрократическая бумажная процедура, которая постоянно сталкиваются граждане, которые имеют инвалидность, или сопровождающие родственники, представители, которые решают эти вопросы, что наконец-то она отпадет, и мы наконец-то будем в электронном виде сверять все эти сведения, обмениваться между собой, то есть госорганы, и не надо будет эти бумажки, которые имеют, во-первых, и срок действия, и все остальное, то есть приносить из одного органа в другой. Я думаю, что наконец-то должна эта процедура заработать, и этот закон уже вступает в силу, и будем надеяться, что эта процедура намного упростится, чем она действует сейчас. Чем меньше соответствующих бумаг, тем быстрее будут реализовываться эти услуги. Спасибо, что данное видео посмотрели. Всего доброго вам, успехов!